Многие туристы спрашивают вопросы, что посмотреть в Минске. Уникальная достопримечательность Минска – Национальная библиотека. Это современный социально-культурный центр, не имеющий аналогов во всей стране. Здание библиотеки – одно из самых уникальных архитектурных городских объектов, привлекающих путешественников со всего мира. Обязательно посмотрите этот объект ночью. На территории библиотеки работает обзорная площадка. В 50 метрах от этого строения находится современный торговый центр Dana Mall, где есть различные магазины, в том числе Zara, Zara Home и так далее. Подписывайтесь на нас в Instagram, и вы будете знать о всех достопримечательностях города Минска, а также будете всегда иметь возможность снять апартаменты.